канале «Маленькие гении». Не забудьте подписаться. Сегодня наш завершающий урок первой части «Сложение и вычитание». На следующем уроке мы начнем вторую часть «Умножение и деление». Ну что ж, начнем практиковаться. Давайте повторим все пройденные темы. Сложение и вычитание однозначных чисел. 5 минус 4 плюс 9 минус 3 плюс 7 плюс 8. Ответ 22. Сложение и вычитание двузначных чисел и однозначных. 47 плюс 5 минус 6 плюс 8 плюс 1 минус 3. Ответ 52. Следующий пример. Сложение и вычитание двузначных чисел. 34 плюс 20 плюс 87 минус 69 плюс 1 минус 5. Ответ 68. Следующий пример. Сложение и вычитание трехзначных чисел. 197 плюс 825 минус 406 плюс 923 плюс 478 плюс 156. Ответ 2173. Видите, сколько вы уже знаете много нового? Это просто замечательно! Вы молодцы! Я вами горжусь! Тренируйтесь дома на скорость! Домашнее задание по пройденным материалам вы сможете найти по ссылке в описании. Если вам помогают мои уроки, ставьте лайки. До скорых встреч! Пока-пока!